Мы находимся у памятника, который напоминает о подвиге суворовских чудо-богатырей, о взятии ими чертова моста. Это место, этот монумент, конечно, важны для всех, кто любит и знает историю России. И это место, которое сближает Россию и Швейцарию. Конечно, появился этот монумент тогда же, к столетию со дня швейцарского похода Суворова, тогда же, когда в Петербурге создавался Государственный мемориальный музей Александра Васильевича Суворова, они ровесники. Ну и, конечно, очень радует, очень приятно, что в Швейцарии спустя 200 лет после тех героических событий помнят о событии из русской истории, помнят о наших национальных героях и эту память хранят и берегут. И, конечно, очень радует, что в этом году юбилейном, 210 лет исполняется швейцарскому походу, событие это вспоминалось на высшем уровне и ознаменовано первым визитом главы российского государства в Швейцарию.